сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Но это последний раз, когда нам придется рисковать жизнью. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Ой, ну что ж, начнем новую миссию. Точка излома. Вот это моя точка этого года, замок Сюри, Окинава, родила мира, впереди весь мешка пехоты. Был готов к бою. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно! Поворать прошли припасы. Контейнером, бегом марш! Это что за китай какой-то, уже, как будто. На деревьях, в каждой чертовой дыре, где может засесть маленький здание тоцер. Красиво. Наши самолеты разбомбили тут все к чертовой матери. Они вернутся, как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только это мы. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо, о, снайпер! Где они, какого хрена? Ну его! Удай! Они обложили с мешками с песком! Это что, подери? Смотри внимательно! Какого? Траве! Откуда ты взялся, дружок? Ты не говоришь, принцесс? Так, где еще пулемет был? Там, наверху! На деревьях! Снимите их! Они приближаются! Да, блин, вот. Снайперы типа куда-то взялись вот. Ой, правда, ты вообще наглешь полный вот так вот. Сразу вот. Дерьмо, снайпер! Где они, черт побери? Да лежи ты, блин, лежи, шаль ты. Да лежи ты. Да, блин, лежи ты, ё, просто лежи, нельзя. Какого хрена вообще? Ты издеваешь надо мной? Смотри внимательно! В траве! Да, блин, лежи ты, ё, просто не вставай ты. Хотя, не знаю. Лежи нельзя, блин. Да можно лежи, ты идиот, что ли вообще? Правда это лежать. Да, почему лежать здесь нельзя? Вот? Что за тупость? Какой дурак придумал. Да откуда там стрелять по мне-то? Вот сволочи. С дерева. Все, все. Блин, почему лежать-то нельзя? Я этих ублюдков по запаху чую. Всем укрытие! Они уже близко! Черт побери! Ох, блин, давай, давай, беги, что ли! Спрятаться в укрытии. Беги! Да блин, да беги ты! Я уже даже не смогу, не смогу, наверное. Они приближаются! Что-то они слишком быстро вычислили наши позиции. Да, что-то справа странно. Засели корректировщик. Надо пришить их. Прихлопни их. Иди туда, Миллер! Готов. Да, даже оружие нельзя, а лучше плохо. Туда? Ну ладно, пошел. О, хотя бы этот автомат дали, то вот без автомата здесь не выживешь. Получил? Камикадзе своим штуком здесь еще будешь соваться. Нормально так вот. Давай, поторопись! Газ! Быстрее! Быстрее! Так, еще идем дальше. Мы на скале! Ох ты! Ищите еще! Камикадзе! Эй! Ты откуда взялся, блин? Ужасен. Ложись, твою мать, граната! Пулемет над воротами! Эхикабанзай! Сосредоточить огонь на холме! Откуда? Миллер, сними его! Рассредоточиться! Да блин! Это нормально вот так вот. Чтоб тебе сразу начали. Пулемет над воротами! Эхикабанзай! Сосредоточить огонь на холме! Миллер, сними его! Это, не на... Какой вариант ты стоишь здесь, Мин? Встал, блин, передо мной, как клён перед травой. Сюда! На помощь! Да! Сейчас пиздец, он закидали гранатами или чё? Вот еще этот дебил, дебил с ртом, с этим ртом лезет. Пулемет над воротами! Сосредоточить огонь на холме! Миллер, сними его! Рассредоточь! Да блин, они вообще нормально так вот. Да откуда, откуда ты здесь взялся? Пошел отсюда мне, зараза. Чё не камикадзе взялся?
из воздуха. Откуда их столько, черт возьми? Вражеская граната! А ты куда делся? Да, блин. Нормально так вот. Да ты откуда? Нифига себе, чертик стур пролетел. Что за... Да. Теперь закрой и следуй за мной! Ложись! Плохи у него дела! Они приближаются! Черт, граната! Нам нужна помощь! Че, патроны кончились просто. Ложись, ложись! Вверх по лестницам! Ворота! Нормально. Сараза, куда они взялись? Да и патроны взять еще бы где-нибудь. А то у меня винтов лук с нами пескай осталось. Да блин, как ухрен вообще? Кто это по мне стреляет-то? Плохи дела! Да блин, тихо, тихо. Кто? Из деревьев, что ли? Вперед! Мы углубляемся внутрь замка! Отлично. Молодцы. У меня кончаются патроны! Бери, что найдешь! Если надо, фух, берите оружие сработал. Противника! Они тут сюда! Дерьмо! Не бойся, я тебя прикрою! Я их вижу! Прямо впереди! Утекай! Вот так ползком будем. Там! В окне! На крыше засели! Береги! На крыше! Капитан! Нормально! Ой, извини! Враг приближается! Так, это наш! Пошел! Пошел! Ох ты, блин! Ты откуда взялся? Они уже близко! Вот как это делаешь! Сейчас мы их стреляем, этих говняков. Все, готовы. Парни, всем... Так, давай, давай. Вот они! Огонь! Хорошо, позицию мы заняли все-таки. Я за тобой! Все, вам патрон еще найти вот. Вот сволочь, а. Ступаем! Вперед! Ничего не попал. А, конечно, закинешься граната. Японская пехота! Да, кто там? Сверху, что ли? Надо быть осторожным сейчас вот. Я обеспечу огонь на подавление. Перезарядка. Идет японская пехота. Здание на западе. Давайте прорвать что ли. Откройте мне спину. Это мне патронов уже нету. Сукин. Чем мне, чем и даже прорваться. Враг наступает. Нам нужен жгут. Черт возьми. Они идут прямо на нас! Патрон есть? Нет. Акунирно? И чё? Всем быть на чеку! За мной! Вот они! Хотя бы этим, может, стрелиться получится нормально. Прикройте меня! И чё, где враги-то? Я готов! Кто-нибудь это слышал! Ага, контрольная точка вот от меня прямо вот здесь. Прорвался, когда только что хотя бы сохранение пришло. Так, куда нам дальше идти? Туда же надо было. Дай жить, черт тебя дери! Идут прямо на нас! Хотя бы это си. Хотя... Какого хрена? Да. Ты двигатель, как супер попал почему-то. Нормально.
Фу, да, вовремя. Вовремя, конечно. Вот мало нифига себе притворились они, сразу. Наверху, на некроморфа притворяется с мертвыми. Жми вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Нормально. Первый миномет на окоп впереди! Филлер, разберись с ними! Куда идти? Мне дважды повторять не надо. Обойти с фланга! Уходи оттуда! Ладно, значит, пробуем пройти фланга. Подбирайте мины! Они вон там! В укрытие! Вражеская там граната! Перезаряжаю! Первый готов! Идем к следующему! Превосходно! Во втором окопе чисто! Еще два минометных окопа! Давай-ка, здесь попаду. Повыше. Конец тебе, скотина! Ну что, получилось? Мы тебя прикроем! Перезарядка! Целым и невредимым его уже... Я этих ублюдков по запаху! Они уже близко! Там, за мешками с песком! Перезаряжаю! Они приближаются! За стеной в окопах еще несколько минометов! Идем дальше. Вражеское подкрепление! Укрытие! Граната! Перезаряжаю! У нас еще один пулемет! Уходим, живо! Я знаю, они рядом! Давай-ка. Нормально так. Так, ну сюда его, кажется, выполняет, да? Надо потрогать трубу сюда. Вот сюда кинем. Ну? Или же туда кинуть? Ну, получилось, что ли? Куда эти правильно-то кинуты? Сюда, что ли? Торопись, Миллер! Зачисти этот минометный окоп! Да я закидываю. Какого хрена, что они там? Ладно, так, куда бежать-то? Я их вижу! Прямо впереди! Я перезаряжаю! В окопах всё. Чисто! Выбегаем. Отлично! Фу, займите, я думал... это здание на востоке! Готов ты, гонюк! Ух ты! Плохо, чуть не гранат не попало. Нормально так. Хотя он что, живые? Какого? Ох, мне тебе камикадзе не хватало. Ой-ой-ой-ой. Что за? Это что такое было? Он оттуда, что ли, может, такой был? Проверить. Ах ты. Ага, так и есть. Засел за страницей, а? Прятался. Неплохо-то они, конечно, обманули-то. Хитрили. Окей, мы почти там. Самолеты уже в пути, они помогут нам. Хорошо, они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Зачистите разберитесь и разберитесь с ними. Он истекает в зону! Постарайся не отставать, ладно? Давай, давайте обстрелимся. Ложись, твою мать, граната! Вот сволочь, а. Какого хрена вообще так? Да, ай, зараза, вылез. Из ниоткуда. Куда же это? Вот ты псих какой-то. Самолеты уже в пути, они блин, помогут ну нам. Что хорошо, они? Они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке. Вот сволочи. Вообще на глепость. Зачистить каждый угол в этом дворике. Разделитесь и разберитесь с ними. Да блин. Прикрываю. Падай шута. У нас потери. Отвлеки этих скотов. Перезарядка. Они приближаются. Минометы!
Ох, будем ясно. Сделано! Ему теперь там конец! Надо снять. Всем оставаться на чеку! Блин, там их, конечно, пробуют снизу снять. Подобраться вот незаметно. Они гранаты сейчас кинут, как обычно. Аскунирно! Брось ее обратно! Граната! Блин, ну... Да они же добрались с гранатами уже. Может, какой-то другой стороны пытаться их обстрелять. Да не с ним пройти. Охренеть. Ты когда мог обстрелить, даже не знаю. Это будет долго очень. Чтоб тебя. Как-то неудобно это. А мне сразу же видят почему-то. А я их ни хрена не вижу. Я их вижу прямо впереди. Как меня видят, бимая? Тут я их ни хрена не вижу. Там кто там сидит вообще? Что за бред? Врача! Где врач? Мать его, позовите врача! Ай, весело просто. Как с ним справляться, непонятно тут. Сюда, на помощь! С другой стороны, принцип. Так, это наш хотя бы. Ложись! В тебя летит граната! Да нет, с добрым гранатом уже. А с другой стороны как-то обходить. Точно, надо было с другой стороны обходить. Так проще. Прибойся! Никто в тебя не попадет! Нам нужна помощь! Они приближаются! Да, сами с кем-то, конечно, стреляете. Так, выходи. О, нормально. Так, это наши. Хотя бы. Бей! Шевели задницей! Нормально все. Сейчас мы сюда. Твой замок. Что, ты еще не замок был у нас? Тяни. Целься. Огонь! Миллер, к тому пулемету! Зачистить район! Японская подпирает. Ох, сука, там. Отставать! Да. Что такое было? Последний рубеж, приятель. Да. Падай. Я этих ублюдков по запаху чую! Бей! Они уже близко! Я прикрою! Там уж и попробуй использовать, не знаю. Ох ты, блин, гранат! Куда я бегу прям на гранату тут? Нормально-то. Слава богу, успел отбежать с нее. Вниз! Туннели! А, туннели. Японские эти. Катакомбы. Так, чё-то комментовки, но, видимо, ничего у нас нет пока. Огонь по этим бочкам! Всё, готово. Нормально. Идет японская здесь еще все... пехота! Опс. Мы даже не успел не остыгнуть. Они приближаются! Да блин, вы только не мешайте, вы что они на моем месте стали? Вот? Не видите, там сидит. Это тебе! Нужно найти укрытие! Здесь нужна помощь! Враг прибежал! Так, откуда бежал-то? Расплата! Да, только я, конечно, не успел попасть по ним даже. Ладно. Раз таки. Все нормально, так что вот. Падай. Они идут прямо на нас! Выходим! Шевелитесь! Они над нами! С ним разобрались! Полетел дружочек, красиво. Так, бочку взорвали, дай хотя бы. Быстрее! Перезарядка! Дерьмо! Граната, уходим, живо! Да, паску мы будем.
Катакрузо! Я этих ублюдков по запаху чувствую! Они уже близко! Прячемся бочками, здесь она точно ничего не должна взорваться. Японские войска! Давай, давай. Ему конец! Давай, снимай его, что ли, там. Ну, ты сберешь, думай. Огневое прикрытие! Да, блин, ты с ним взорваться не можешь? Он че, вот он что, он шутит со мной? Кто-нибудь, прикройте меня! Он что, снять его не может? Сдохни, сукин ты сын! Он их снять, что, он типа сам снять его не мог? Задницей! Нормально так вот. Так, это наш. На лестнице! Вижу, что на лестнице враги были. Всем оставаться на чеку! Весело. Был бы скорострельное оружие, тогда бы полегче было бы. Наверх! Сюда! Ну, идем дальше. Фух. Нифига, как же полно этих здесь отказался. Захватить брошенное снаряжение во дворе, удержать территорию. Так, это наше, слава богу. И где оно, это снаряжение? Сержант! Во дворе, что ли? Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! Полонский, обыщи его! На землю, живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! Чё за? О! Весело. Вот это я не ожидал такого поворота. Нормально. Захватить прошлое снаряжение во дворе. А что там еще? Удержать территорию, по-моему. Вперед пошли, что ли? Вперед. Сержант! Кто у нас там? Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! Это у нас как бы пленные, что ли? Сдающиеся. Обыщи его! Я уж на землю! Живо! Руки вверх! И чё? Попал! Быстрее! Ох ты, блин, а. Повезло, конечно. Райбок! Миллер! Они, кстати, взрывают, а... сержанта! Чёрт. Ублюдки убили его! Вы, сукины дети! Держать оборону! Они с взрывчаткой оказались таким за... заминированные. Они прерываются! Нарочно сдавались. Граната! Да, блин, граната. Вонючие твари! Какого хрен, ты куда поперся? Он серьезно ранен, на помощь! Потом точка, ну хотя бы сохранение произошло. Так, а штыком, черт, не вовремя, конечно, поперся туда. Там прохода даже нету. Марина! В аду, слышите? Вы все будете гореть в аду! Они справа от нас! Хорошо! Так вот, снаряжение, как понимаю. Блин, где только сейчас стреляет? Сейчас, скоро заканчиваем. Самолеты заправлены и готовы нанести удар. Ага. Вызывай чертовы самолеты. Брось ее обратно. Пусть ублюдка нахрен. Ты что, граната? Блин, граната. Вражеская граната. Вот за тебя удар. Блин, да чтоб ты деревья не закатали просто с этими гранатами. Продолжать огонь. Как вот удар, удар того за интересно. Ах, нормально так. Приперся. Вызываю удар с воздуха, живо! Ага, мне сейчас не дадут это сделать, потому что... Ну, конечно, не дадут тут. Похороните вообще просто. Держать оборону! Наконец-то. Вернулась. Конечно! Я бы уже пока... В общем-то... Да, хрен ты мне вообще. Вы вонючие твари! Попадёшь мне. Врача! Ложи! Будем ждать, пока прилетит самолет, и будем мой удар, в общем-то, организовывать с этого места. Хотя, может, вроде получше забраться. Не получится здесь, нет. Вы сгорите в аду! Блин, да. Сюда нельзя. Вы будете гореть в аду! Они справа от нас! Пошел к чертям! У нас потери! В другом никак здесь не продержишься. Кран же закидать это. Ожидаю координаты. О, все, получилось. Вызывай чертовы самолеты! Пусть ублюдков нахрен разнесут! Подтверждаю! Здесь меня не убьют вот с этими. Нам нужен жгут! И даже уж задеть.
Они справа от нас! Быстрее! Он не дышит! Ну, все. Цель поражена. Отлично. Удачно все закончилось. Теперь крыть нечем, да? Блин, какого... Ты откуда я? Сальмиси, это нормально такой глюк. Охренеть просто. Я Сальмиси убрал, а мне еще твои снежные ждут. Какой-то эссенс работал. Опа, вот что за ним. Так, вызвал, я убил Дарта, вызвал-то. Или по другим теперь зданиям нужно. 10 секунд. Понятно. Посмотрим, что нужно сделать дальше. Какого хрена? Ты... 5 секунд. Сколько этих, блин, камикадзе не набросишь, что ли? Ух ты! Нанести удар с воздуха. Привет. Готов? Че, поэтому занишь, наверное? Блин, ну-ка тут. Перебрасывай в другое место, блин. Какого хрена вообще? Поэтому занимаешь тебе надо. Продолжать огонь! Сюда! Координаты получены. Так, может, сюда нужно? Поэтому здание нанести удар уже. Не так, аж так и есть. А, там мы все уже разбомбили, а теперь осталось это здание, да? Я понимаю, потому что самолеты... Так, черт, так мне не побить. Цель поражена. Да? Ложись! 30 секунд. Че, все, нет еще ли еще? Нет? Да неужели? Ведер просто с восточным зданием. Я каш... Откуда вы бежали-то? Они там вообще обнаглели, что ли? 10 секунд. Че, надо удар снова вызывать, что ли? Я что-то уже запутался. 5 секунд. Блин, каким занять теперь-то нужно? Авиаудар. Миллер! Вызывай удар с воздуха! Живо! Опять орут! Он ранен! Сюда что надо? Координаты получены. Надеюсь, правильно я сделал. Ай, что-то уже запутался просто. 45 секунд. Куда нужно-то? По этим бомбили уже. Думаю, теперь по той точке нужно. Цель поражена. О, все, попали. Задание выполнил, отлично. Фу, молодцы. Черт! Все кончено. Наконец-то. Мы сделали это. Все кончено. Замучили, в общем-то, типа. Все потеряли-то. Да. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы